Путину во мне. Увидеть, что, возможно, если они получают определенный опыт, они доходили до такой степени денег, что осознают, что хотят раскрыть любовь. Но все равно проработают, что деньги не приносят им любовь. Им нужен этот опыт, чтобы они полюбили деньги. Это как, вы знаете, сама убеждение. Ты себя убеждаешь, но случайно. Работа кратковременно, потому что все равно вот это убеждение прошлое, оно остается. Есть у вас вера в это? Мне кажется, хорошо, когда ты осознаешь.